Что там у нас? О, друзья, неплохое что-то. Неплохое. Приехали на рыбалку. На рыбалку по интересному озеру. Глубокое оно очень. И ночевать предполагаем в... этом, как его? В вагончике, в котором я видел все детство, но никогда даже в него не заходил. Пошлите посмотрим, что за вагон. В общем, друзья, пришли мы с Дрюней на вот такой вагон. Хивя-пявя, корешочки мои драгоценные. Посмотрим, что у нас здесь получится. Вагон я уже осмотрел, в принципе, ночевать можно. И как-то интересно, если не сильный мороз будет, потому что эта стена вся прогнившая. Короче, очень классно. Пойдемте. Покажу вагон. Покажу вагон. Вот так вот дверь. И вот так вот внутри. Здесь не ночевать. Но посмотрим, что получится. Такое место, конечно. Не знаю. Да, да уж. Вот, такие дела. Ладно, поживем, увидим. Вагон это не главное. Вагон, друзья, это не главное. Главное у нас это что с озером. Пошлите смотреть. Возьмем только пешню. Возьмем только пешню. Ну и будем смотреть. Какой-то лед не внушает мне доверия. Я не... Дрюнь, не ходи! Либо это столько воды на льду. Либо что это вообще такое? А там он кто-то как будто на снегоходе уже гонял. Не может быть. Ну такое, смотрите. Озеро интересное. Мне почему-то кажется, что льда... Мне кажется, что льда практически нет. Я не знаю. Не уверен я. Короче, лед двойной. Один лед такой не очень. Да уж. В общем, смотрите, задача у нас стоит такая. Будем ставить жерлицы, ловить живца, потом ставить жерлицы. Сейчас буду идти вот так вот на мертвого живца. Как всегда у меня, на готового. Ставить жерлиц вот так вот. Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Время еще расцветает. Вот. И, в общем, собственно говоря, будем пробовать это озеро узнавать. Ну, вот оно такое интересное. Вроде как. Ну что ж, друзья, хочу похвастаться вам моим новым костюмом. Костюм от фирмы Рыбоход. Это не реклама, я его купил на Валбересе сам за свои деньги, специально. Я, знаете, искал такой недорогой костюм, он очень недорогой. Цены постоянно меняются, поэтому не буду вам говорить, сколько он стоит, сами посмотрите. На Валбересе магазин Рыбоход такой увидите, там у них разные комбезы есть. Вот, купил для чего? Чтобы не было жалко, чтобы, знаете, есть комбезы какие-то там за 15 тысяч рублей, ну, камуфляжные, да, костюмы, вот, охотничьи. Но я, у меня такой стиль, что я лазю везде, там, все это зацепляю за суки и так далее, ну, жалко будет. Вот, я купил такой народный, простой, мне кажется, чуть-чуть не подобрал с размером. Сейчас расскажу вам нюансы и что вам надо ждать, что вам надо, когда покупаете этот костюм, что учитывать. По заявлению магазина, этот костюм выдерживает до минус 15. Нет, друзья, сразу говорю, минус 15 не будет. Минус 10 строго, с поддевой. Можете использовать термобелье, потом второй, первый слой термобелье, потом, ну, такую кофточку, да, в сеточку, которая потоотводящая. Потом второй слой, кофточку, и вот этот вот. Тогда будет круто. Этот костюм демисезонный, он на флисе, и... Первый раз вижу, мне почему понравилось. Он в рипстоп. Знаете, что такое рипстоп? Он разделен вот на такие квадратики. Не знаю, видно вам или нет. Обычно эти квадратики в 2 раза больше. В 4 раза больше. И прикол здесь в чем? Если какой-то идет надрыв или порез, он рвется в пределах квадратика. Но квадратики здесь маленькие, то есть он армированный прям такой. Цвет, я здесь даже не знаю, похоже типа на мох, что-то такое. Манжеты на рукавах у нас на резинке. Очень удобно спрятать руки, еще что-то. Липучки не люблю. Вот это, липучки выходят из строя даже у дорогих там брендов. Вот. Единственное, что мне не хватало, я не учел. Учитывайте это, если вы занимаетесь этим и знаете, и вам это нужно. Боковые карманы, здесь их нет. Но дешевизна этого комбеза, этого костюма, она, ну,
говорит о многом. То есть здесь вот этого нет. Сэкономили, если вам это не надо, не надо. Я здесь обычно спички таскаю, либо какой-то сигнал охотника, еще что-то, иногда патроны. Вот. Так, значит, карманы. Здесь карманов, давайте считать, я сам не помню. Два нижних на кнопках. Карманы вот такие вот, смотрите, с клапаном. Карманы такие мощные. Внутри такая ткань. Здесь у меня салфетки. Вот, видите, ничего у вас не выпадет ни за что. О, неправильно одевал. Неразработанные кнопки. Так, здесь у меня лежит спасалки. Спасалки, друзья, по первому льду очень надо. Так, вот, спасалки, нож. Ладно, нож-то не в костюме же, правильно? Так, два нагрудных кармана типа Наполеон. Вот здесь у меня телефон. Здесь у меня ничего не лежит пока что. Вот здесь у меня телефон. Карман вот, вот так вот, до сих. То есть вот мой большой телефон сюда влазит. Пожалуйста. Вот. Молния, большая тракторная молния. Сразу говорю, я снял вот эти вот висюльки, которые здесь вот висели. Потому что я всегда использую паракорд. Вот она, нижняя. И вот на верхней. Можно как снизу расчехлиться, так и сверху. Ворот, капюшон. Капюшон здесь немножко не как у горки. Он вот такой вот, смотрите, с козырьком. С козырьком сзади есть утяжка. Сзади есть утяжка. То есть вот такой вот. Вот так это все работает. Смотрите, сейчас я застегну. Меня просто просят люди, показывай экипировку. Ну, я и показываю. Тракторная молния мне очень нравится. Капюшон на флисе. Сразу скажу, флис здесь не толстый. Есть костюмы с толстым флисом. Здесь не толстый, то есть можно под него поддевать. У меня вот поддета флисовая кофта. Вот. Вот так вот, смотрите, у нас карманы расположены. Флис, прошито все нормально. Ниток не торчит, все отлично. Вот видите, вот такие вот накладные карманы. Вот, пожалуйста. Сразу говорю, кому нужно, внутреннего кармана нету. Знаете, кто-то здесь документы хранит и так далее, внутреннего кармана нету. То есть получается здесь вот раз, два, три, четыре кармана. По низу вот такая вот утяжка. Но мне это никогда не надо. Вот. Костюм достаточно длинный. Смотрите сейчас, он до полбедра. Вот. Костюм длинный. Вообще, это горка, но она такая интересная. Вот так это все выглядит, смотрите. Холодно, конечно. Ух, мороз у нас. Ну ладно. Костюм кладем. Теперь у нас штаны. Смотрите, друзья, вот штаны, вот на таких клепках. Но здесь уже, обратите внимание, нет вот этого подгибающегося клапана, который не дает вываливаться. То есть имейте в виду, но карманы широкие, можно много запихать. Здесь у меня блесны и опарыши лежат. Еще нюанс. Карманы вот на флисе, то есть погреть даже руки вот так. Ну и опарыши, допустим, будут сохраняться. Ну, здесь аналогично. Здесь у меня вот камера. Вторая камера вспомогательная. Вот такая вот. Все, очень большие карманы. Очень прям. Бутылка водки влезет спокойно. Вот. Здесь на коленях усиление. Внизу вот такие вот тоже манжеты. В сапоги классно влезло. Ну, сапоги у меня большие. Вот. Что еще хочу сказать? Ширинка. Ширинка на двух пуговицах и на молнии, но она здесь высокий пояс. То есть сейчас они у меня, видите, они как-то у меня так интересно, ну, как-то вот так вот по мне сидят, да, шлевки под большой ремень, это плюс, потому что, ну, большие ремни люди используют. И есть, друзья, смотрите, сейчас я вам, не хочется раздеваться, конечно, но придется. Друзья, подтяжки. Вот такие вот подтяжки на фастексах. Фастексы такие тоже не шибко из дорогого. Но вот есть что есть. То есть можно сделать любую, получается, размер и будет комфортно. Я обычно не привык к таким в горках, но вот здесь ношу. Карманы. Карманы небольшие. Вот они идут. То есть раз, два, три, четыре кармана. Всего 8 карманов. Использовать где это можно? На рыбалке, на охоте, в походе. Вещь эту не жалко. Вещь эту не жалко. Вещь хорошая. Вещь нужная. Вещь классная. Вот у меня размер получается
96/100. Вот она такая горочка. Мой новый костюм. Я, друзья, не буду никаких ссылок оставлять. Просто на Валберес, на Озоне они есть. Магазин Рыбоход. Посмотрите. Просто я вот обратил внимание, думаю. А сейчас, опять же, это русское производство. Не какие-то там иностранные. И что, шьют у нас. Я вот подумал, надо же поддержать, да, отечественного производителя. Ну и взял и купил. Очень недорого. Очень недорого. Сразу говорю. Кто ищет недорогие костюмы, а для охоты, для рыбалки, обратите внимание, вот такой костюм. И он даже, по-моему, там без названия. Но он очень простой такой. Вот. Магазин Рыбоход. Такой вот костюмчик. То есть, ну, мне он нравится. Я, кстати, когда его получил, померил, думал, что-то здесь не то. Как будто у меня немножко, я проворонил, знаете что, проворонил, ну, про, как сказать, ну, короче, ошибся с размером. Но оказалось, что сегодня я его одел в экстремальных условиях, чтобы он меня спас. Вот. И так вот поехал на рыбалку. Расцветка прикольная, цвет прикольный. Единственное, надо немножко мне схуднуть. И будет круто. Так что размеры есть очень большие. От 40, от 40 какого-то там до... Короче, вы найдете все на Валберес и на Озоне. И, может быть, на других маркетплейсах. Все, Рыбоход. Такой вот горка, костюм классный. Все, давайте. Лед двойной. Лед двойной, но очень большой. Не знаю. Ну что ж, друзья, порыбалим на этом прекрасном озере. Оно очень красивое, увидите. Рисковать не будем, будем двигаться вдоль берега. Ладно, сейчас я возьму снасти тогда, которые мне нужны, и придем. Все, давайте, классно. Все равно, друзья, надо опасаться. Не шибко, понятно. Хорошо, что у меня есть вот такие вот сани, табаган. Ладно, пошлите. Итак, друзья, взял я с собой сегодня бур, но его оставил около избы, потому что пойдем. Опасность представляет, сейчас покажу, смотрите. Вообще, лед нормальный, но вот это вот я боюсь, побаиваюсь, смотрите. Видите, все. То есть, вот. Ой, друзья, глубина здесь очень большая, надо быть очень аккуратным. Вот, и сейчас посмотрим, как будто кто-то на снегоходе ездил, что ли, или как так. В общем, ладно, сейчас пойдем к тому берегу, видите, какое красивое озеро. И такое вот у нас, как рассвет, что ли. Пойдем к тому берегу и будем уже кумекать. Так, опарыши взял. Все, друзья, отправляемся. Еще раз говорю, озеро глубокое и как-то опасненькое. Смотрите, друзья, вот она. Вот лед вокруг хороший, а здесь, опа, с первого раза пробивается.
Друзья, как я и думал, с этой стороны горы, видите, здесь гора такая, лед очень хороший. И он тоже двойной. Вот, он тоже двойной, но он приличный. Меня устраивает. Ладно, пошлите, все. Так, ну что, друзья, хочу сказать, озеро чрезвычайно красивое, очень классное, я мечтал на нем порыбачить. Я думал, что будет снег на льду, вот как сейчас там, снег где-то по сапог, ну сантиметров 35. Но снега на озере нет, но лед такой двойной и немножко в некоторых местах непонятный, надо быть очень внимательным. Здесь проходит мост, это озеро соединяется с большим озером, с другим. Мост этот старый, тут этот следов нету, короче, очень старые вырубки. Вот, озеро с островами, короче, классное, прикольное. Будем ставить самоловки, а потом дойдем до ручья и там порыбачим. Как раз в 10 выйдет окунь. Вот, собственно говоря, смотрите, сейчас я вам покажу. Смотрите, я вам покажу, вот, смотрите. Вот такой вот, видите, камень такой, деревья. И вот оно, наверное, очень глубокое, потому что всегда у нас в Карелии, где вот такая вот гора, и тут будет глубина. Вот такое озеро, вот это остров посредине, мы на него сегодня зайдем. Так, итак, что я хочу сказать. Начнем ставить, друзья. Будем работать пешней, сейчас посмотрим. Но тут вот лед очень хороший. Но он двойной. Так, живчик. У меня разные виды жерлиц. Замороженный живец, как вы любите. В общем, покуролесим здесь. Посмотрим, что к чему. То и как. Вот такие жерлицы я в прошлый год купил, они мне нравятся. Не знаю, что за фирма. Они есть с большими шпулями, есть с маленькими. Надо, наверное, еще прикупить с большими. Но у меня их слишком много, поэтому... Ладно, давайте сейчас отмерим глубину. Давайте поближе. Ой, как классно. Вот это ледок. Я думал, что будет снег и вода на льду, а тут ледок. Так, так, так. Где у меня ложка-поварёшка? А тут, друзья, ледок. Присыпать лунку будем снегом потом с берега. А тут небольшая глубина-то. Да? Ну да. Ну это хорошо. Большие глубины нам, возможно, и не нужно. Так, Дрюнь, ты мне помогаешь, что ли, ставить? Иди, отойди.
Так, и ищем нашего замороженного живца. Сейчас как раз с утреца щука пойдет. Сидите, фу! Так, а как мы его? Я вот это научился, ну не научился, а стал цеплять через жабры, да, через рот. Это, конечно, ну, как вам сказать, такая штука. И руки мерзнут из-за этого, и руки мерзнут, и все такие дела. Но это того стоит. Прошлый год я отрыбачил, и у меня было очень, ну, как я отрыбачил? Где-то середина зимы, весна. Ну, весна, я имею в виду, по последнему льду. Я отрыбачил, и было неплохо. Вот, мне понравилось прям результаты. Так, что у нас здесь? Вот, все. Окушка заряжаем. Все, друзья, первое есть, это круто. Сегодня морозец небольшой такой. Че, пошли дальше? Это такая рутина, но мне приятно это делать. Самоловок буду ставить мало, по закону, ну сколько положено. Но дело в том, что буду их переставлять просто и все. Смотрите, куда мы идем. Я вот сейчас немножко подсвыкнусь и уже бояться не буду. Но вот это как раз таки составляет опасность, что я бояться не буду, а может быть опасность. И плюс тут русло протекает реки по этому озеру. И еще я хочу... ну, в общем, около ручья прям поставить. Посмотрите, какая гора вот на моем фоне. Посмотрите, какая. О, просто фу. А вон вагон. А смотрите, мы сейчас лайфхак сделаем. Видите, дырки вот эти вот отверстия. И лед придать. С первого раза пробивается. Это место интересное. Я вам, друзья, расскажу такую вещь. На этом месте, когда я был малым, ну, рассказы ходили, я не знаю. Я сам не видел, подтвердить вам не могу. Здесь поймали щуку на спиннинг летом. Она составляла порядка 24 килограмм. Ну, я не знаю. Сам я не видел, не проверял, фоток нет. Ух ты, глубина. Ух ты. Ух ты! Глубина приличная. Ну ничего. Живец у меня заготовлен. Вот, друзья, понимаете, сейчас бы была проблема. Я бы здесь был, а живца поймать. Как поймать? Не поймать. Вот. А так вот у меня живчик, пожалуйста. Щука, если увидит, захочет, она возьмет. Согласен, что... охотней. Рыба хватает на живого живца. Я согласен. Но не доказано это. Не доказано. И есть такие были случаи, что поставили жерлицы, ну, на свежих и на несвежих. И рыба клевала на несвежих больше, чем на свежих. Ну, то есть, это же все случай, непонятно. Блин, как я в этом вагоне буду ночевать? Иди, да не суй ты нос свой. Дрюнь, иди ты по своим делам этим собачьим, ё-моё. Собачья печенка. Так, давай. Так. Все, друзья, зарядили вторую. Блин, офигенные места, конечно. Офигеть. Офигеть, офигенные. Очень крутые. Лед потрескивает. Но это вообще... вообще ерунда. Так, смотрите, друзья, покажу вам. Ледок. Да
Та лідочок, оте. Та лідочок, лідок. Вот это живец, конечно. Так. Друзья, я знаю. Я знаю просто, что вам нравится рыбалка вот на таких вот живцов. Поэтому я вам и показываю такую рыбалку. Смотрите. Вот, я так вот, смотрите. Просто кому-то это очень важно. Я когда-то пытался вот это все посмотреть, подсмотреть. Вот они, вот так вот. У меня зафиксированы. Вставляем. Опускаем. Все. Глубина 1,5 метра. Я каждый раз по-разному наматываю. 5-6. Бывало даже, что вот я наматывал и брали на лимы все равно. То есть, ну, вроде как бы не на дне же. Собака пришла. Собака, ты мне нравится, что ты... куда ты? Фу-фу-фу. Собакой надо аккуратнее. Хватать может крючок. Ну не может, а есть такая. А что такое? А, не понял я. А, открыто. Не трогай окушка. Не трогать. Фу. Да что ж ты такой-то? Фу, я сказал. Так, ладно, попробуем так запихать. Не знаю, получится, нет? Окушки мороженые, но я их... Ну, такие, немножко мороженые, но я их опускаю в воду, и они немножечко... В воде оттаивают. Большой, конечно, живец. Ну, посмотрим. Возможно, большой живец и будет большая рыба у нас. Опа. Все. Жиличка стоит. Так. Вот так, видите, друзья, у меня организовано мое... Санное пространство. Саночное. Вот, то есть вот оно, пожалуйста. Я думаю, что нормально вот так вот. Пошлите дальше. Одеваем постоянно перчатки. Начинает человек мерзнуть с рук. С рук. Все, берем и погнали. Дрюня, пошли. Лед. Лед опасный. Надо лед постоянно проверять, смотреть. Смотрите. Вот он, лед. Это ледок. Вот это ледок. Так. Погода, конечно, суперская. Блин, как я рад. Такая здоровская. Что-то вороны разлетались. Смотрите, друзья. Вот так вот интересно, да, озеро идет? Вот там протока туда. Там, кстати, щук очень много. Но об этом позже. Смотрите, раз... И такие вот горы там, офигенно, офигенно. Я вообще рад, мне такое настроение хорошее. Еще если я здесь рыбы поймаю, будет вообще круто. Так, время у нас 9:18. Все хорошо, укладываемся. Дрюндель кого-то лает. Наверное, глухарина сидит. Пойдемте посмотрим. Может, зайчик? Не, зайчик он бы догнал.
Смотрите, друзья, вот оно озеро продолжается. Очень классно. Такие вот горы. И вот я поравнялся с этим островом. Давайте, наверное, ну, я не знаю, может быть, не жерлиц, а самоловок именно поставим. Или жерлиц. Ну, очень круто, смотрите. Прям. Прям шикарно, ё-моё. Вот. Класс. Хорошо, что есть валежины. Достанем валежины, все будет классно. Конечно, изба такая, ух. Ну вот, смотрите, еще раз остров. О! А, кукша. Вон полетела. Вон кукша села. Так, ладно, я тут начал ставить. Настало время исследований. Идем на остров, сейчас я вам покажу. Сейчас просто проверим лед, я не уверен, что здесь со льдом. Трещит. Надо потрогать рукой. Я все равно не понимаю. Лед двойной, первый 3 сантиметра и второй 3 сантиметра. Между ними прослойка где-то в 4 сантиметра. Я не знаю, как надо. Что? В общем, потихоньку пойдем. Но страшновато почему-то. С двух раз пробиваю лед, с одного раза первый лед, с другого раза второй. Острова будет покрепче. Опасность составляют камни. Ладно, что? Сейчас вот здесь пробуримся. Вот как раз таки. У нас это растячок. Надо было, конечно, печку растопить. Вдруг я искупаюсь. Будет хоть это. Прийти хоть отогреться. Где наша? Пей водичку, пей. Пока самоловку не поставил. Ну вот, друзья, такой вот остров у нас. Прикольный. Прям, сейчас мы его обойдем. Не знаю, как с той стороны лед. Ну, в общем, все будем смотреть аккуратно, друзья, не переживайте. Все, я действую аккуратно. Куда? Фу. Тоже, друзья, глубина такая. Тростничочек, я думаю, что щука здесь бывает. Проездом, ё-моё.
у меня почему-то шнур. Ну да ладно, будем надеяться, что здесь здоровое что-то будет. Так, ладно, обходим остров и ставим. Давайте я все-таки это снимать не буду, переставать, потому что опасно, вдруг я провалюсь, и это будет такой интересный у нас контент. Фу-фу-фу, не дай бог. Дрюнь, будь рядом, аккуратней. Давайте, наверное, в ту сторону пойдем. Поставим 4 самоловочки, пока. Воткнул очередную жерлицу и посмотрите у нас какой вид, друзья. Ну вот мне нравится, когда вот такое вот сужение. Это остров. Вот, и нам туда, я так понимаю, вот там слева тот ручей, который нам нужен. Но я думаю, что может быть бросить, ставить жерлицы и уже пойти, потому что время. Вот, время неумолимо течет. Я не перестаю удивляться этим местам. Смотрите, уже влупил вот такую жерлицу. Смотрите, какая гора. Смотрите на моем фоне. О, шапка у меня, конечно. Но зато тепло. Так, лед здесь не очень. Значит, я сейчас хочу вот здесь проскочить. Туда. 4 железа вокруг острова поставил, то есть крест как бы. Вот, и сейчас попру. Блин, наверное, там вот ручей, скорее всего. Вот надо к ручью уже рыбачить. Уже 12 минут 11-го, друзья. Надо начинать. В общем, друзья, пришел к ручью, где я намеревался рыбачить. Он открыт, смотрите. Надо будет сейчас как-то посередине озера обойти. Ну, если там лед нормальный. Вот, и как бы к ручью сейчас надо подойти максимально близко. И, в общем, здесь заниматься рыбалкой, как мне объяснили. Ну, мне человек один объяснил. О, видите, смотрите, показываю. Лед. О, видали? И глубина здесь приличная. Вот такой. Попробуем. Потому что вот там тростничок, да и мне вообще надо туда дальше, на озеро пройти. Нет, лед хороший, друзья. Лед хороший. Вот он такой ручеечек у нас. Прикольный, так. Дрюнь, близко не подходи к ручью. Лед, конечно, опасный. Вот видите, это. Вы не думаете, что он такой прям тонкий. Это я сейчас пробурил. Тут как бы такое, выход. Как сказать? Ну, выход воды. Или как это? Родник, не родник. Вот. Здесь вот лед уже не такой, уже крепкий. Просто я боюсь, что вот этот вот выход может быть большой, видите? Так, ну ладно, ладно. Пробуем, видите, вот так вот ручей, и все равно лед здесь. Так, ладно, давайте вот тут попробуем луночек парочку. Опасно, я не знаю, просто по идее лед очень тонкий, но он очень крепкий. Но я как бы, видите... Тут такое дело. Дрюня, он уже на той стороне. Молодец, черный оббежал. Не, ну тут прям очень крепкий. Видите, я... Ладно, здесь обоснуемся. Почему-то камера у меня не заряжается. Вон, видите, этот остров такой прикольный. Погода классная. Ходить надо путями.
которыми пришел. Это дерево у меня будет для костра. Руки мерзнут. Друзья, руки мерзнут, придется разводить костер. Ну, придется. Не придется, а это классно. Только надо сначала попробовать половить, вдруг я больших окуней поймаю. Или еще что. Конечно, у нас же личная рыбалка сегодня, но дело в том, что хочется попробовать. На озере первый раз на этом. Со спиннингами здесь много раз будет. Хорошие поклевки были, вот такие вот дела. Вот. Давайте-то сразу вот сюда сядем. Сразу сюда сядем, попробуем. Блин, конечно, все шевелится так страшновасто. Так. Я так сильно чистить не буду. О! Ай, дурак, снал же не быть не надо. Так, что у нас есть? У нас есть мормышка и наша крутая удочка. Вот кто просил, как она называется, на Валберис. Озон, ОС, вот так вот. Это не реклама, просто люди спрашивают меня, а я как бы, ну, а я что, помню, что ли, какая, что знаю, как и что. Удочка, конечно, классная вообще. Но сейчас она стоит дорого. Я ее покупал за дешево. Сейчас она что-то дороговато стоит слишком. Но я бы сейчас бы не купил сейчас за... Сколько она сейчас стоит? Так. Все эти приготовления. Сейчас, блин, вот знаете что? Вот я хочу, чтобы здесь клевало. Клевало, чтобы я не бегал по озеру, чтобы я не гадал. Раз. Клевали бы здесь, поймал бы живцов штук 20-30, поймал бы пару хороших окуней, получил бы впечатление. Здесь вон жерлицы сейчас поставлю, будут стрелять, надеюсь. Места очень классные, надеюсь, блин, надеюсь. Друзья, рыбачьте вот на это чудо. Сейчас. Блесна, вот люди удивляются, что блесна с подсадкой опарыша, я вот что-то, ну, реально не понимаю, а что, ну, это что-то такое, что это такое, неправильное, что ли, или что? Тут одинарный крючок. Цепляешь опарыша, и все, и пошел. Если был трех, и раньше на трехякорник я ловил без этих выпендрежей. Фу, так, вот сколько я тут налазился, друзья, посмотрим, что здесь за глубиной. Так. Все. Морозит, конечно, морозит. Даже если минус 6, то это классно. Че ты набегался? А? Надеюсь, все будет хорошо. Я говорю, мне бы живцов, и вот там штук 10 хороших окуней таких, кайфануть. Друзья, глубина что-то здесь ужасная. Все. Ужасная глубина, если кто-то клюнет. Так, все, давай, тьфу-тьфу-тьфу. Ждем. Начинается вот эта вот интрига. Клюнет, что не клюнет. Кто-нибудь. Что-нибудь. Ну, очень глубоко. Попробовать надо ближе к берегу попробовать. На таком озере один. Оно такое длинное, интересное такое.
Что там у тебя? Давай почешу. Давай почешу. Иди, иди. Я думаю, что это нормальная тема. Ну, несколько минут и переходим. Иди. Так, вот там вот у нас пробито. Иди вон. Вот тут у нас пробита лунка. Я хожу, и вон лед прям шатается. Прям лед очень крепкий. Так, чего там у нас? Все нормально. Пробуем. Тут должно быть, наверное, помельче. Я не знаю, почему так думаю. Посмотрим. Чувствуется вот похолодание. Что такое? Что такое? Тоже глубина. Ой, вот это глубины, конечно, здесь. Все, погнали. Может, мормышка нужна? Никто, кто знает-то? Ну что ж, друзья, отправимся с вами вот туда. Будем идти, пробивать лед. Попробуем аккуратненько. Аккуратненько попробуем. Ну, блин. Так себе, я вам скажу. И такие черные подо льдом. Вот он, ручей как раз выходит. Нормально. Вот там около острова бы тоже попробовать. Нормально. Видите, круглая окружность такая, как будто лунка. О, с удара пробивается. Ладно, пошлите. Нас интересует тростник, а потом надо к острову будет сходить. О, видите, ручей какой хитрый. Блин, такое ощущение, что это, ну, здесь рыбачили. Ладно, сейчас я здесь обоснуюсь. Вот, и здесь буду пробивать лунки и, собственно говоря, смотреть. Все, здесь уже свободно я иду. Ручей миновал у нас. Вон островок, еще один. Тут 4 или 5 островов. Вот смотрите, тоже как будто лунки. Сейчас будем проверим. Так, есть.
Хотя подождите. Давайте попробуем, может, жуца поймаю на живое поставим. О, глубина то, что надо. Не знаю, около тростничка будет, не будет, около берега. Мель. Ну, не мель, маленькая глубина. Посмотрим. Неужели я окуня-то сегодня не найду? Это же вообще будет. Хорошо, живца с собой взял. Вот так вот Карелия, вы говорите. Можно живца даже не поймать. Самолеты в атмосфере так летают, что это не в атмосфере, а где-нибудь там, короче, в слоях, что прям звук такой. Ну, блин, хочется же напасть-то на окуня. Время как раз окуневой рыбалки. Я имею в виду время и года, время и время дня. Время суток, так сказать. Дрюнь, ну почему не клюет? Я не знаю. Да это такое щучье место. Сюда надо жерлиться обязательно. Траву ешь? Бедняжка, голодный. Дрюнь, не клюет. Ну не клюет, Дрюнь, что я сделаю? Что ты за серия? С рыбуксовками. Давай тут попробуем, Андрей. Невозможно. Сейчас же еще перволедья. Ё-моё, что ж такое-то? Что же такое-то происходит? Ну что, ищем, будем искать. Иди, 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 фу, фу. Друзья, не клевает, не клевает. Вот эти лунки еще не пробовал. Что ж делать-то? Что-то какая-то... Какая-то ерунда вообще. Так, вот это попробую сейчас. Иди! Я же даже, друзья, вагончик сегодня не проверил этот. Как там вообще, печка топится ли? Ну ничего, будем разбираться.
клюет. Фу. Иди вон. Почему-то не клюет. Может, мормышку? Надо просто найти, друзья. Озеро для меня незнакомое. Надо найти. Иди вон. Надо найти. Либо изучить, на что клюет. Либо найти рыбу. Либо и то, и другое. Либо не то, и не другое. Есть! Есть! Есть. Живец, друзья, первый. Время 10:54. Дрюня, есть. Нет. Вот я вам показываю, а он думает, что я как будто ему даю. Нельзя. Фу. Фу. Блин, тут такое отверстие, это маленькое. Так, друзья, есть. Сейчас будем ставить жерец. Фу. Так, ладно, оставим. Друзья, смотрите, может еще клюнет. Может еще кто клюнет. Смотрите внимательно. Дрюня, есть. Что там у нас? О, друзья, неплохое что-то.
неплохое. Вот это акушара у нас. Вот это акушара, Дрюня. Так, стоп. Стоп, надо лунку раздрюкать. Иди вон, фу. Так, ну ладно, давайте попробуем. Все, окушочек хороший такой. Все, я вас прял духом, друзья. Классный такой, черный. Главное, озеро-то светлое, а окуняра такой черный. О, аж самолеты полетели. Класс, самолет такой летит, гул, как будто, я не знаю. Что там за моща такая? Так. Сейчас, друзья, может быть, вообще больше не будет поклевки. А может, будет. Фу. Кого-то увидел, побежал. Пусть лучше бегает, чем меня достает. Ну, он начинает это толкаться, чтобы его погладить там. Так, что, по одному буду теперь клевать? Хочу еще жерлицы ближе туда к ручью поставить. И вот, ну и дальше по берегу. Все. Так, ну где-то здесь сейчас будем рубиться. Окунь хороший, хороший. Время 11, через час, друзья, начнем обед, пообедаем. Ну, я не знаю, как начинать обед, если мы его не заслужим, да? Ну, не знаю, но опыт хороший, мне нравится. Давайте здесь пробуривать дальше луночки.
Давайте тогда тут. Тут, наверное, надо будет поменьше глубину делать. Тут мель начинается, вот она, наверное, сюда. А там глубина. Знаете, мне что в рыбалке не нравится? Вот эта вот несправедливость, ну, якобы. Когда вот ты пришел, столько сил потратил, столько денег, там, средств, чтобы сюда попасть, там, рисковал, ну, типа, когда-то, в каких-то моментах. И не будет клево. Или, допустим, щуку ни одну я не поймаю. Это будет вообще... Вот что они, два штуки были, что ли, и все? Попасть бы на такой клев бешеный, прям, чтобы клевало, как вообще, как надо. Надел рукавицы, чтобы руки не зябли. Так. Так, ну два штучки. Дюнь, иди сюда. Иди сюда. Иди, дамча. Иди, дамча. Иди сюда. Иди. На, оладушка. Так. Так, друзья, ну что, может быть, им нужно... Может быть, им нужно... Мормышка? Ну, это вообще маловероятно. Ну, что, типа, на одну приманку не клюет, на другую будет. И что, типа, разве у вас было такое, что вот на блесну не клевало, да, с посадкой опарыша, а вы на мормышку ставили и начиналось? Да не поверю я. Не, ну... Либо это стечение обстоятельств. Какая разница-то? Посмотрим. В этой луночке были две поклевки. Посмотрим, что сейчас у нас будет. Дрюнь, ты к камере лицом стоишь, в курсе? Ну, давай. Мормышечка, работай.
попробуем, может, на тонкую игру, как вы говорите там, как мне советуют. Но блесна у меня стоит, вот как здесь, стоячка. И была поклевка. Первого я вытащил, второй вот такой нормальный. Пускаем. И поднимаем. Вот если сейчас клюну, клюнет, ну, и будет клевать на мормышку, а на блесну нет, то я, конечно же, буду мормышкой рыбачить. Но это какая-то фигня, честное слово. Stop recording. Друзья, рыбачил там, пытался и увидел, что здесь поклевка. Поклевка сюда. Жерез, эту донку сюда забрала. Так. Ну вот здесь что-то круто, кто-то крутится, да? Давайте смотреть. Что-то вообще как-то глухо. Ну-ка давайте попробуем. Туда донку прям забрала. Ну то есть что мы имеем, значит? Клев есть, но очень такой нехороший. Ну. И вот ветер откуда-то поднимается. Сейчас если ветер с морозом, это будет вообще... А я услышал, как... Ну, как такой... Знаете, как жарится, как будто как срабатывает. Или что-то такое пластмассовое. Вот, по льду. Ну вот, и в общем, это донка, оказывается, туда. Ну, вот, кстати, схватил, и все. Где-то тут вот. Где-то тут гуляет. Там я оставил удочку с блесной. Вот и все, главное. Че, блин, было такое? Кто-то взял и все. Ладно. Просто на стоячку.